Я там посмотрел на этой съемке, что у вас на правом предплечье тату. Да, есть. Но не разглядел, что это. Что это? Происхождение? А это мой трудный возраст. Мне было 13 лет. Угу. Я сделала себе татуировку. Очень много раз уже об этом рассказывала. Должна была быть кошка. Ага. Но мой друг, который делал мне, собственно, вот этот рисунок, он сказал, ты знаешь, если люди делают на плече животных, то они обычно бывают несколько похожи на своего хозяина. Да? Внешне или эмоционально, или передают какой-то взгляд. Угу. Вот есть такое вот поверье. Угу. Знаете, кошка не получилась нифига. Нет? Да? А что получилось? Кошка из меня не вышла. Угу. А, ну, мне кажется, что хорек. Люди в ней видят куницу, там еще какое-то хищное животное. Угу. Мне кажется, хорек. Нормально. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».